обучающее видео по вскрытию этих тростиковых замков такого закрытого типа. То есть обучаем воров воровать велики, чтобы люди понимали, что вот это все ненадежно. Сначала скрывается изоляция. Такой замок, конечно, вскрыть сложнее, потому что это потребуется какое-то время. Целая, наверное, минута потребуется, чтобы вот эту изоляцию срезать. Это вот долго и нифига не прикольно срезать вот эту изоляцию. Потом нам надо вот эту штуку все раздвинуть. Вот таким вот образом. Вот. И вот мы получаем доступ, скажем так, к тросику. Опа. Опа. Теперь мне какую-нибудь отверточку. А я пока покажу. Надо вот эту, короче, хрень немножечко вот так вот раздвинуть. Есть замочек хороший, хрен подлезешь. Вот, и вот он нам тросик. Он очень маленький. Покажи тросик. Его пока не видно. Как четко все подогнано. Вон там этот тросик. Хрен к нему подлезешь. Но подлезть можно. Вон там тросик. Видно, да? Берем кусачки. Такие ломать замки, конечно, нелегко. Но... сейчас мы их... вот так вот это все вскрывается, как консервная банка. Видели, да? Откусывается. Небольшие кусачки, маленькие, у меня неудобно подлезать. А то в кармане удобно носить. Пришел в подъезд. Да, там ваши велики стоят. И все, нет у вас великов. Так что не оставляйте велики в подъезде, потому что иначе это все будет печально. Смотрите, как тросик совсем малюсенький. Видно, да, какой маленький тросик? Еще раз покажи. Вот он. Угу. Ты как соучастник пойдешь, короче. Вот. Короче, вот это все вот таким вот образом расковырять. Представляете, ночь, подъезд, никого нету, все люди мирно спят. А вот, а там вот этот тросик, бедный несчастный. Сейчас я до него доберусь, нет, пока не получается. Ну, вот примерно так. Вот он. Вот он этот тросик, да, вот я до него добрался. Дальше я делаю так вот. Одной левой, да, что называется. Все. То есть вот это ваш крутой замочек. Супер крутой. Бронированный. Там внутри вот такой дерьмовый тросик. Сколько? Ну, блин, 3 минуты, да, наверное. Три минуты, да. Ну вот. Не покупайте это дерьмо.